Думая об умножении, я понимаю, что детям умножение не сразу понятно, им ближе деление. Делить они привыкли с детства, особенно пополам. Особенно пополам, поэтому с Машей мы сейчас поучимся делить в пределах 10. Дети гораздо раньше узнают операцию разделить, чем умножить. Вот. Поэтому в математико-терапии мы одновременно изучаем умножение и деление. Особенно важно умение делить на две части, пополам, правильно разделить. Вот. И для того, чтобы нам освоить умножение на пятерку, мы сейчас научимся делить на два. Так, сейчас нам Маша разделит на два все числа до 10. 2 разделить на 2 – 1. Так, две конфетки на двоих по одной получается. Все правильно. 4 разделить на 2 равно 2. Так, 6 разделить на 2 – 3. Правильно. 8 разделить на 2 – 4. 4, да. 3 разделить на 2 – 1. Один остаток. А расскажи нам про остаток. Что ты знаешь про остаток? Что это такое? Это значит, что ты раздаешь всем по одному конфетку, а одна остается. И куда ты ее деваешь? Себе в рот. А не лучше ли маме отдать, а? Ну ладно, разрядились. Так, ну теперь дальше продолжай. 5 разделить. 3 разделить на 2. 2, 1 в остатке. 7 разделить на 2, 3, 1 в остатке. 9 разделить на 2, 4, 1 в остатке. Один в остаток. Все, вот это вот дети освоили легко, быстро. А теперь мы будем проходить умножение на 5. Вот сейчас Маша покажет, как она умеет умножать на 5 с помощью деления на 2. 5 умножить на 6. Что ты делаешь? Мы берем шестерку и делим ее на 2. Сколько получает? 3. 3. Остаток есть? Пишем 3. 0. Записываем 0. Все правильно. А следующий пример? 5 умножить на 8. Мы берем восьмерку и делим ее на 2. Равно 4. Мы пишем четверку и добавляем 0. Равно 40. 5 умножить на 5. Мы берем последнюю пятерку и начинаем ее делить на 2. Равно 2. Один в остатке пишем. 2. А вместо остатка пишем пятерку. Остатка пишем пятерку. Пятерку. 5. Теперь мы будем делить 5 умножить на 7. Мы берем семерку и разделим ее на 2. Равно 3. 3 пишем, вместо остатка добавляем пятерку. Дальше у нас 5 умножить на 9. Мы берем девятку и делим ее пополам. Берем и делим ее на 2. Получается у нас 4, 1 в остатке. Мы пишем 4 и вместо остатка пишем 5, равно 45. Молодец, Маша. Так, а вот теперь умножь 5 на 12. Ну-ка, 5 умножь на 12. Запиши. 5 умножить на 12. Что мы сделаем? Мы берем 12 и делим ее. 12 разделить на 2 равно 6. 6 пишем. И 0 добавляем. Добавляем. То есть можно, оказывается, таким способом делить и большие числа, да? И маленькие. И маленькие числа.